Так, всем привет. Ты чё? Пальц прищи. Это второй день недели влога. Мне очень плохо. Я вообще не знаю, как я сейчас буду на завтрак, потому что у меня очень сильно слезятся глаза, у меня очень болит голова, у меня кашель, сопли. Короче, я заболела. Ну, насморк, хорошо. Я очень сильно, очень заболела. И я сейчас все равно пойду кушать, потому что... Ой, господи, помилуй. Потому что кушать все-таки надо. Так, сейчас я сниму вам завтрак, потом буду в номер, потому что мне все-таки очень хреново. Да, потом спросим у гида по поводу таблеток, потому что таблетки нужны от головы, мне очень-очень-очень голова болит. И если выпить таблетки от температуры, то она, может быть, пройдет. Я надеюсь. Вот. И потом я вернусь в номер, и если станет получше, то я пойду на пляж. Короче, я позавтракала. Мне очень плохо. Потому что нечто. У меня жутко как болит голова, температура. Я прям хочу спать, у меня слабость. Я думаю, что сейчас я сдохну просто здесь, в Египте. А, да. И просто это невозможно, ребят. Я уже хочу поскорее выздороветь и пойти купаться. Потому что сейчас моя мама пойдет в таблетку. Итак, ребят, моя мама сходила в аптеку, купила лекарства. Мне вроде уже получше, потому что мне, конечно, болит горло, но у меня зато уже нету слабости. Я теперь иду на пляж к ним, то есть к маме и к брату. Я забыла вам показать, что у нас вообще тут есть. Значит, когда мы только выходим из лифта... Итак... Как только мы выходим из лифта, мы видим здесь картину такую. Тут ресторан. Это главный ресторан. Сейчас он закрыт, потому что сейчас часов 12, наверное, где-то так. Вот, я спала часа 2. Дальше здесь такой клуб. Ну, это... Вот. Вот такой вот у нас здесь клуб. И сейчас мы выходим на улицу. Вот так там все выглядит. И сейчас мы идем на пляж вместе с вами. Typically I kick game like East Bay, but you got a nigga freeze frame yelling please play. For Pete's sake, homie, pull it together. Just fuck up one time and be through it forever. But would you believe me if I said I'm in love? Baby, what you want me? Would you believe me? She got me up all night, constant drinking and love songs. She got me up all night, down and out with these love songs. She got me up all night, down and out with these love songs. She got me up all night, yeah. All I'm singing is love songs. She got me up all night, yeah. Constant drinking and love songs. She got me up all night, yeah. Down and out with these. She got me open all night. Got me open all night. Hey. Got me up all night. All I'm singing is love songs. She got me up all night. Constant drinking and love songs. She got me up all night. Down and out with these love songs, she got me up all night. Drowning out with these love songs, she got me up all night. Yeah, all I'm singing is love songs, she got me up. She got me open all night. Got me open all night. Hey. Okay.
came back when I was sleeping in my mama crib. But even back when I was up there in my homie crib, paying 1700 for the rent, money well spent. No heater, but a nigga made heat. May I vent? Had a thing for you. Even wrote the song Dreams for you, cause I had dreams for your thoughts of a ring for your childish shit. You know childish shit. Anonymous flower scent, you know coward shit. Now a nigga signed a hoe, took a power trip. Back home, I'm grown now, and the city's my throne now, huh? The same clubs that I used to get tossed out. Life got crisscrossed, totally crossed out. Cause now I'm in this bitch and I'm totally bossed out. Old chicks crying cause they know that they lost out. But I'm still on you, I'm still on you. My drinks spill on me while I fell on you. I'm saying, would you believe me if I said I'm in love? Baby, I want you to want me. Would you believe me if I said I'm in love? Baby, I want you. And we are, we are, we are. Ребят, это все потому, что я победитель по жизни, я не могу найти свою маму. Это просто... Я бежала весь пляж, я бежала все детские бассейны, но, к сожалению, моего брата и моей мамы нигде нет. И сейчас я посмотрю, какая вода, холодная или теплая, в Lazy River. То есть это такая речка, которая движется сама по себе, если так можно сказать. Вот. Я сейчас, если я еще поманю iPod, Lazy River. Ребят, я нашла маму, наконец-то. Я уже сняла 5 видео, где я такая иду. Блин, ребят, я ищу маму, я ищу маму. Короче, я, кажется, еще не прошел. Но мы сейчас идем купаться, то есть мы идем в Lazy River. Кстати, когда я такая стою, такая ногой в нее наступаю. Прям, ну, снимаю видео и говорю, главное не упасть сейчас в этот Lazy River. Вот. И сейчас посмотрим, что там как. Не глубоко, глубоко, и все. Дениска, Денис. Что такой угар? Видос? Да. Я хочу извиниться за то, что я не снимала видео с часу дня. У меня просто очень плохо разрядился iPod, а зарядка у меня ужасная. Мне ничего не заряжается, я не знаю вообще, что мне делать, потому что я не знаю, что с этим вообще делать. Сейчас я буду выкладывать первое видео, первый влог. И я очень загорела. Вы, может быть, этого сейчас не видите, но я за один день уже просто такая красная и темная. То есть лицо сейчас будет уже темнеть. Не знаю, вот сейчас пришла в ванну. Может, будет получше видно, но, в общем, ну да, как-то так. Очень видно. И у меня лицо просто очень красное, это дикость какая-то. Вот. Мы уже поужинали, все, пришла в номер. Сейчас жду, когда начнется голос, детский голос на Первом канале. Где-то через полчаса уже. Вот. И тогда вам что-нибудь сейчас сниму. И да, я купила себе... еды и подарки своим друзьям. Я купила вот такой вот Орео с какой-то дынной начинкой. Вот такой вот Орео. Потом купила Орео с шоколадной начинкой. Потом я купила несколько милок. Первая милка — это с печеньем. Такая большая, огромная милка. Это мои подруги. Дальше идет милка с Орео. Это тоже мои подруги. Вот. Дальше еще одна с Орео. Это уже мне. И одна вот с этими вот такими карамельными шариками. Я уже одну съела. Она у меня на столе лежит. Там еще кусочка 2 осталось. Сейчас у меня все сломается, все шоколадки. Вот. Поэтому, да, сходила просто в магазин, который находится около отеля. И купила шоколадки. Да, выздоровела. Это очень хорошо, потому что просто...
Ну, наконец-то, так ждала долго того момента, когда я выздоровлю, потому что мне было очень плохо, я уже думала, что все, буду 2 недели болеть, но нет, слава богу, голова прошла, вся усталость прошла, мне уже гораздо лучше, и все, жизнь прекрасна.